И вновь солисты на сцене. Сергей Кравченко, класс преподавателя Сергея Уманского. Гарри Роджерс, мелодия «Дюн». Thank you.
композиция Денниса Чеберса «Хлеб с вареньем». Ансамбль в составе: Михаил Остапенко, Максим Булыгин, Эдуард Киселев, Элина Чеченева. Thank you.
разрешите всех присутствующих в этом зале поздравить с наступающим праздником, пожелать огромной, взаимной, красивой любви. И следующее произведение Виктора Янга, которое так и называется «Когда я влюбляюсь». Рояль Елена Садовская. Thank you.
Чемберс. Интересный фрукт. На сцене Эдуард Киселев, класс преподавателя Алексея Глущенко. Thank you.
Владимир Марков, Латинская Америка. Исполняет Юлия Бойко, класс преподавателя Татьяны Щепетновой. Юлия Бойко. На сцене ансамбль саксофонов в составе Алексей Винда, Михаил Остапенко, Игорь Шевеленко, Анатолий Костюк, руководитель Константин Полищук. Вашему вниманию прозвучат две композиции. Глен Миллер «Лунная серенада» и Константин Пахолдин «Когда не хватает техники». Аранжировки Владимира Черничко. Thank you.